Падения нужны? Это Порт Лимон, Коста-Рика, 2014 год. Не удивишь, как и местными растаманами вот такого вида. Вас тоже запечатлим. Ты своим этим фоткаешь чудненьким аппаратом? Как это делается? Ну, берется вот такой симпатичный канат, ну, бутылки какие были под рукой. 3 дня их выдерживал в морозилке, минус 18. Кстати, ледяные рюмашечки из льда сделаны. Это, конечно, запоминается. Плюс хорошая закуска. Закуска должна быть горячей. Вот так будет выглядеть Новый год с моей амбразуры. Ну, пойдем поближе посмотрим на этот зеленый тотем Нового года и обоих Рождеств, что католического, что нашего, Christmas Orthodox православного, так на английском он звучит. Но мы сейчас стоим в Словении, порт Копер. Симпатично мы ее нарядили, прилепили к палубе, привязали, потому что уже качало, чтобы не упало, не разбилось такое симпатичное творение. Ну, хоть искусственное, но все равно радует христианскую душу, что называется. Ну вот сейчас за бортом плюс 5, и хоть как-то зима ощущается. А вот когда ты под пальмами встречаешь Новый год, вкусня, а здесь под другими экзотическими, вот такие вот деревья, экзотическими растениями. Серьезный дядя. Ощущения, конечно, другие. Народ отвисает по-своему. Мы пойдем сувениры. Ваши падения нужны? Это Порт Лимон, Коста-Рика, 2014 год. Коллега по бизнесу. Ну, куриными шашлычками нас не удивишь, как и местными растаманами вот такого вида. У нас иногда и на пароходах таких хватает. В этих краях для начала барбекю надо выбрать подходящий момент. Это когда солнце садится и одуряющая жара резко идет на спад. Chicken wings. Куриные крылышки барбекю в бочке гриль сделаны. Ну а самой бочке я попозже выпущу ролик. Она того стоит. Замечательная вещь. One more. Full power. Так, последнее приготовление и презентация меню. Okay. It's like this. So, chicken, bacon, sausage, this one, everything for you. Вас тоже запечатлим. Ты своим этим фоткаешь чудненьким аппаратом? Сейчас. Вот такие мероприятия, конечно,
радует глаз и тешит желудок. Но когда это длится из года в год, то по настоящим зимним ощущениям уже начинаешь реально скучать. И вот из этой многолетней ностальгии по настоящему Новому году со снегом, морозом, ледяной водкой и родилась идея айсбара. Как это делается? Ну, берется такой симпатичный канат, освобождается место в морозильной камере, это мясная, самая большая. И драпируются полочки, вот такой новогодний вид придается всему, с названием красивым айсбар Аляска. Ну и новогодние прибамбасы. Кстати, столешница сделана изо льда. Ну, бутылки какие были под рукой. 3 дня их выдерживал в морозилке. Минус 18. Ну, общий вид такой. Ничего себе. Главное, чтобы твои посетители не догадались раньше времени. Ну и перед запуском их, конечно, нужно одеть. Водочка льется как мед. Кстати, ледяные рюмашечки из льда сделаны. Подзякуванням для нашего Ігоря. Я нам зробив таке курде тен. Так не так не спочатки. And close to the Panama. Mareki со своей сумабле. Так, да. Christmas, что? Christmas. Yeah. Happy Merry Christmas. Merry Christmas, Антонни. Merry Christmas, Антонокс, блядь. Ну давай меня запизетляем. Ну, будем с Christmas'ом. Давай. Да, ребята, эта тема с айсбарами, это, конечно, мощная вещь. Я обращаюсь прежде всего к действующим судовым поварам. Я знаю, меня смотрят несколько человек. Ну что, ребята, берите на вооружение. Если вы такое сделаете, то, конечно, запомнитесь уже по одному этому на всю оставшуюся жизнь для своего экипажа. Единственное условие, за бортом должно быть лето, чтобы вот этот вот температурный диссонанс особенно хорошо сыграл. Плюс, если еще у людей будет ностальджи по зиме и грядущие, и во время новогодних праздников, это, конечно, бомбически получится. Ну а своим зрителям, надеюсь, я их развеселил, может, кого-то порадовал, может, просто удивился кто-нибудь такому сумасбросству старого повара загранзаплыва. Я этих баров, кстати, делал много, он у меня был не только Аляска, но запись только нормальная с одного этого сохранилась. Он у меня и Сибирь назывался, и Русский медведь назывался. В общем, достаточно. Достаточно их было. И это всегда срабатывало. Люди, конечно, выходили ободренные такие. Кстати, литровая бутылка водки, промороженная 3 дня при минус 18, улетала быстро, никто даже не понимал, как. Лилась как мед. Это, конечно, запоминается. Плюс хорошая закуска. Закуска должна быть горячей. Ну, вот такое видео сотворил в преддверии Нового года. И всем желаю наступающим Новым году, конечно же, здоровья, добра, удачи, всего самого лучшего и хорошего настроения. Ну, не только на новогодние праздники, на весь следующий год.
Ну а нам, морякам, попутных ветров и по 7 футов под килями наших пароходов. Всем добра. Это порт Копер.